Добрый вечер, дорогие друзья. Саша появился в кадре. Да, у Саши в кадре появился загадочный зверек. Напоминаю, что это IKEA Зистаганка. И сегодня мы будем рассказывать про крайне необычные вещи. У нас, к сожалению, нет толкового домашнего животного, только есть вот плево. Робот есть. Робот заменитель есть. Домашнего. Заменитель робота, да. Мы будем рассказывать для браслета, как для роботов, так и для настоящих биологических зверей, собак и кошек, можно, в принципе, на крысу одеть домашнюю, да, и наблюдать, куда она побежит. Вот. И что она будет делать? Однажды, кстати, был эксперимент, да, по новостям читал, как GPS-трекеры отпустили в канализацию, отследили маршрут, куда они в Питере выплыли там. Да, в море их унесло. Да. Куда отходы сливались. Также здесь можно нажевать на день и следить за ним по карте, куда она побежала. Сперва мы расскажем о фитнес-трекере, а потом уже на закуску о GPS-трекере. Это фитнес-трекер для животных, друзья. Да, все вы ходите наверняка с браслетами, датчиками здоровья, шагомерами, а теперь вот будете еще своих домашних любимцев наделять такими приятными сабжами. Вот, Motion Tractive. Давай посмотрим, что внутри, как он крепится. Для чего он вообще нужен? На кого будем крепить? Жаль, Сереги нет. На ошейник. Да, вот идет на такой вот клипсочке. Крепится на ошейник. Да, здесь показано, сколько ваша собака прошла. Или кошка. Или кошка, или крыса. Вот, сколько сделала шагов. Кроме того, здесь встроено очень много датчиков. Всего лишь три. Датчик температуры, датчик акселерометра трехосевой, датчик движения и датчик освещенности. Четыре сенсора. И, в общем, можно смотреть, сколько у вас там кошечка пребывала в покое, сколько не в покое, да, а сколько все активничала. Взаимосвязано. Например, если у вас питомец на даче, вот, если он гуляет, да, как собака, а для собак вообще вот эта вещь актуальна из-за того, что вот она находит гулять, и датчик освещенности показывает, при каком она в свете питомец гуляет. Допустим, сколько он провел на дневном свете, чем он занимался при дневном свете, и какая была температура окружающей среды. Вот там минусовая температура. При минусовом можно следить его активность при минусовой и при плюсовой температуре. Это очень удобно. Интересно, хоть кто-нибудь покупает такие штуки? Как ты Для больших собак, для тех же самых овчарок или каких-то тренированных охотничьих собак очень удобно. Опять же, для охотничьих собак вот эта вещь хорошая будет. Вот, и можно спокойно следить за здоровьем вашего питомца, то есть смотреть его активность в любое время суток, это либо день, либо ночь, летом, зимой, и потом эти графики сравнивать для тех, кто очень любит следить за здоровьем своей собаки. Особенно есть такие редкие породы, которые... И кошки тоже. Болеют. Да, посмотрим, что они положили нам в комплект, потому что здесь, смотрю, сам фитнес-трекер идет с такой вот клипсой. Либо она вешается на ошейник, допустим, либо же можно, либо они в комплект еще ошейник положили, мы сейчас посмотрим, что есть. Собственно, здесь только провод для зарядки, причем, кстати, классно сделан, можно вот просто вставлять и заряжать, такая через док-станция идет. Ну, отлично. Это очень круто. Вес у него 7 граммов, вот, Bluetooth 4.0, время зарядки 2 часа, а время работы батареи до 7 дней. И плюс водонепроницаемый по стандарту IPX8. Достаточно большой стандарт. То есть можно в дождь спокойно гулять, даже если у вас собака проплывет по воде, с ним ничего не будет. Это очень круто. Работает с iOS и Android. Да, всю информацию вводит специальную программу. Строго рекомендую, особенно любителям животных. И у тех, у кого есть большие собаки, тех, кто хочет следить за их здоровьем, за состоянием. Ну и, собственно, посмотрим еще GPS. GPS трекинг называется. Отслеживайте ваше питомство в пространстве. Это нужно прежде всего для тех, кто собирается в поход с охотничьей собакой, либо для тех, у кого кошка. Вы выезжаете на дачу, кошка у вас гулящая, либо собака. Вы ее отпустили, кошка, либо она из дома убежала. Очень долго, у меня два раза кошка убегала с дачи. Я не мог ее отследить, где она. Мы еле нашли из-за того, что там собака опять лаяла, она там в углу зажалась, бедная. Но теперь вот снова дачный сезон настанет. Мы возьмем один GPS-трекер по телефону, будем смотреть, где она шляется. Вот, потом она все время приходила к клещей нам.
А это очень страшно, потому что вытаскивать их просто тяжело. Да, знаю по себе. Отдельная тема. Ну, в любом случае, да, вы можете найти свое животное, своего питомца любимого, и это, естественно, дорогого стоит. Лучше, конечно, прям браслетовские щипы покупать, туда одевать фитнес-трекеры, еще GPS-трекеры, так у вас роботизированное будет домашнее животное, питомец. Ну, скорее всего, будет сдирать эта кошка, все стараться. Собака, может быть, еще и нет, а вот кошки, зная их вредный характер, они любят все это сдирать. Да, такая получается конструкция непростая. Причем здесь две в комплекте, видно, чтобы если одна потеряется, можно садить вторую. Угу. Вот так она крепится. Одна. Заранее, конечно, надо продеть ее через ошейник. Вот это вот клипса для зарядки. Угу. Вот так она вставляется зубчиками и заряжается. Одна часть держит, другая штырями полностью попадает в контакт и идет зарядка. Вот такой вот браслет. Для него есть специальное в Android и в iOS App Store приложение. Очень красивое. Карта она использует стандартная, скорее всего, Google Maps, на которых отображает маршрут. Да. Угу. Вес 35 грамм, водонепроницаемый, плюс 2-5 дней живет батарейка. Угу. И заряжает за 2 часа. Ну, это неплохо. Неплохо, да. Вот для дачи, для лета это оптимальная вещь. Опять же, используя Bluetooth 4.0. Теперь осталось сказать главное. Сколько стоит фитнес-трекер для животных? Да, я специально открыл. 8000 рублей. Ростест. Значит, сам GPS-трекер стоит 10.490 плюс и... Еще есть 16990, такой же фитнес, это GPS-трекер, но там еще идет Tractive Gift Card, карта специальная, потому что они идут по тарифным планам. Вот так нельзя вот просто так взять и одеть и пользоваться. Там есть тарифный план, который позволяет... Компания, в общем, платит за использование этих GPS, всяких спутников. А, понятно. Приходится использовать деньги. Тарифный план, я понял. Да. А здесь не надо никаких карт, здесь просто браслет очередной, но для животных отдели. И пользуйтесь. Слушай, очень интересные аксессуары, спасибо тебе большое. Вот я не знаю, буду ли я делать обзор на Mobile Review, ну посмотрим. Пока.